Дорогие друзья, добрый день! Вы на канале «Все обо всем». Вот сегодня я открыла пляжный сезон. Это 6 июня 2020 года. Наконец-то и в Крыму. В Крым пришло тепло. Сегодня светит солнце. Конечно, ветерок еще сильный. Волны, посмотрите, какие большие, штормит море. Купальный сезон еще рано открывать, ну, по крайней мере, для меня. Потому что температура воды 18 градусов, ну, прохладно еще. Хотя некоторые смельчаки уже купаются, на берегу моря стоят палатки. Я не на городском пляже, я нахожусь на, ну, можно сказать, дикий пляж. Это место называется Беляус. Вода, конечно, здесь чистая, но сейчас море штормит, поэтому как бы у берега собираются песок, трава. Это не страшно. Когда море успокоится, оно будет совершенно чистое. Ну что же, дорогие друзья, я вам желаю здоровья, я вам желаю приятного летнего отдыха, чтобы все у нас было хорошо, и наконец-то эти тяжелые дни, которые предстали перед нами этой весной, закончились. Здоровья вам всем, самого-самого наилучшего. С берегов Крыма, с берегов Черного моря, Елена. Канал «Все обо всем». Пока. До новых встреч.